Дворовые разборки переместились на спортивные площадки. Спартакиада уже второй год подряд собирает лучших спортсменов Самары из дворовых команд на полях оздоровительного лагеря «Олимп». Спортсменам не больше 14 лет. В секцию их привели тренеры по месту жительства. По инициативе главы города были организованы работы тренеров по месту жительства, а уже сами соревнования попросили тренера провести для них, потому что они занимаются, участвуют в городских соревнованиях, но им хотелось бы соревноваться и среди между собой. По сравнению с прошлым годом изменилась программа соревнований. Теперь медали разыграли в 4 видах спорта. К мини-футболу и настольному теннису прибавились шашки и дартс. Старые традиции советского спорта, когда участвовали и дети участвовали в различных соревнованиях, это помогало комплексному развитию физических качеств. Вот. И поэтому у нас и спортсмены были на мировой арене достаточно сильными и показывали высокий результат. На футбольном поле соревнования по накалу страстей не уступали чемпионату мира. В финале встретились давние соперники – Красноглинский и Самарский районы. В прошлом году самарским футболистам не удалось даже войти в тройку. На этот раз с поля они ушли чемпионами. В общекомандном зачете, как и в прошлой спартакиаде, победил район Промышленный. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.